Итак, привет, друзья. Вчера было 11 сентября. Если кто не знает, день рождения Баттерса из Саус Парка. А сегодня мы в достаточно необычной для сумбурного глаза компании с Пашей Наото и с Яной Керриган идем на мероприятие, посвященное 30-летию. Нет, подожди, мы идем на мероприятие, которое называется «Выставки». В Центральном доме художников. И среди этих выставок проходит замечательная выставка, посвященная юбилею, 30-летнему юбилею Супер Марио, любимого всеми итальянского водопроводчика. И сегодня мы хотим вас пригласить вместе с нами, если вы вдруг по какому-то непонятному стечению обстоятельств пропустили это, посетить ее хотя бы на Ютубе. Поехали! Витя, подожди. Как это относится к тому, что Марио лет даже больше, чем тебе? Разве больше? Ну, больше, да. Ну и ладно, зато он не седой. А как вы относитесь к тому, что Марио младше меня? Я нормально. Марио младше меня, но не намного. Малыш Марио. Вот на этой ноте совершенно точно. Поехали. Поехали. Игр по Супер Марио настолько много, что даже Марио и Луиджи сегодня решили опробовать те, которые, видимо, пропустили в процессе издания. А во всем этом их прикрывает Йоши. Сегодня на выставке представлены абсолютно все ключевые игры серии Super Mario, начиная с самой первой 1985 года для Nintendo Entertainment System Super Mario Bros. Только, наверное, просто Mario Bros. Нету, хотя даже Donkey Kong на аркадном автомате присутствует. И через всю историю Марио, заканчивая главным релизом 2015 года, который состоялся буквально вчера, под названием Super Mario Maker, в который можно поиграть аж на трех разных Wii U консолях. Ребят, расскажите, пожалуйста, каково это делить первое место на троих? Все мое. Мое место. То есть все. В момент, когда вам будут приз, ты все заберу. Двух остальных персонажей просто шинкуешь. Конечно. Из звука. Вот единственное, что вот даме, и себе все остальное. Это ерунда. Так, подожди. Если я правильно понял, с тобой первое место поделили две дамы. Ну, в образе парня, так что это надо вливаться. Первая стрела сразу входит в голову Линка. К сожалению. Стрелы. Какая ирония. Хорошо, давай предположим, то стрелы Финн, зараженный симбиантом, тоже упер у Линка. Да. У меня вопрос другой. А вот не боишься ли ты, что выпущенная тобой стрела будет щитом света отражена и прилетит тебе же в лоб? Шестое чувство, ты знаешь, что я могу уклоняться, там сальто делать, поэтому мне это вообще без проблем. Первый удар, знаешь, как Шерлок Холмс у него был, он прокрутился в голове, первый выстрел будет в глаза. В общем, в 18 часов, я так понимаю, можно будет снимать видео, как ты будешь самым популярным на YouTube, я тебе обещаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, я не знаю, кто он. Я не знаю, чем это продолжить, но окей, хорошо.
Значит, смотрите, ситуация какая. Я такой тут хожу, прям снимаю выставку Марио, ко мне подходит один из подписчиков, я даже знаю, что его зовут Сергей, и такой говорит: слушай, что ты, говорит, все снимаешь, а меня не снимаешь? Вот сними меня тоже, я что-нибудь интересное расскажу. А теперь внимание! Ждем интересной истории про Марио, естественно, учитывая сегодняшнее мероприятие от Сергея. Паш, прошу. Так, раз, два, три, поехали. Ну, начнем с того, что Витя, надо сказать спасибо за то, что он знает и в лицо, и в имена своих подписчиков. Это круто. Вот, пожелаем ему побольше таких, скажем так, верных, хороших друзей, которые просят это подписать. Вот, и по поводу Марио. Что, какую хорошую историю могу рассказать? Могу рассказать историю, то, что на самом деле... Angry Video Game Nerd снял очень такое критикующее видео про игру Mario Hotel для Philips CDI, которая недалеко да, от нас она, кстати, находится. Представлена здесь. Так. Я тебе даже вот так покажу, смотри. Опа, она даже здесь присутствует, это Лешин экземпляр. Так вот, собственно говоря, я ни разу в нее не играл, ни на эмуляторах, нигде, и даже вживую. Вот. И сегодня у меня впервые удалась такая возможность сделать это. Что я могу сказать? Игра не такая плохая. На самом деле игра очень веселая, попробуй. Она нормальная, она играбельная. Вот. И поэтому АВГН, зря ты так критикуешь. Люди старались, люди делали. Приставка, конечно, не самая удачная, но все же. Это же часть истории, это же часть того, той культуры, того быта, который тогда был. Вот, и как хорошо, что существуют такие мероприятия, где можно прикоснуться к этому. Что было максимально аутентично, я решил записать такое же аутро, как мы записали для Паши. Да. Единственное, с другими словами, если вы хотите послушать, что записал Паша, зайдите на его канал и посмотрите отчет с этого мероприятия. Да, Витя тоже добавит его в описании. Отлично. В общем, ребят, здесь было очень весело. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Приходите на следующее мероприятие от Retro Game Show и от Nintendo. Каждое из этих мероприятий заставляет внутреннего ребенка улыбаться. Кстати, это правда. Поэтому до скорых встреч. Пока. Насколько внезапным может быть интервью? Нил, когда-нибудь у тебя брали интервью в туалете? Вы первый, я этим горжусь. Отлично. Да. Что скажешь про мероприятие? Честно? Честно, интервью из туалета. Интервью из туалета не может быть нечестным. Ну, как Катя, какой нахрен? Ладно, раз уж в туалете, то все по чесноку, вся грязь. Я хочу спать. Зеленые трубы. Зеленые... Где? Ну, как Марио же. Ну, она одна. Зеленый труб. Трубы. Один зеленый труб, да. Короче, главное, чтобы зеленый труб не превратился в зеленый труб. Ну, это мы еще посмотрим, как Трубер пойдет. Я не знаю, что-то вроде Марио там на него обид не имеет. Отличное туалетное интервью. А что вы хотели? Оно же туалетное. Да, ну я так на вопрос-то не ответил. Короче, если по пятибалльной шкале, то я бы поставил троечку. Потому что что-то мне как-то... Или я потому что спать хочу, или потому что троечка. Ну как в туалете может быть? Или ты это сделал, или не сделал. В общем, мне так кажется, что придется вырезать это из видео. И снимал я это для... Чисто поржать. Давайте вместе поржем. А вот и труба. В туалете. Труба хорош вам, подождите.